Мария готовится к мастер-классу по приготовлению какой-то вкусняшки. Мы сейчас узнаем, что за вкусняшки. Тут маленькие приготовления предварительные. Вот уже чистятся бананы, залиты орехи, высыпана кокосовая стружка, запаренные финики, орехи, бананы. И вот уже скоро начнется мастер-класс. И вот эта маленькая принцесса Валерия, которая вдохновляет этим процессом. Ух ты, что ты сделала, покажи. Если паузу сделай. Продолжается приготовление к мастер-классу по приготовлению вкусняшки. И что будет у вас? Что вы будете готовить, скажите, пожалуйста, девушки? Девушки? Матаджи? Матаджи? Будем готовить миндальные конфеты с финиками. Это очень такая вкусная вегетарианская сладость, которая легко, непринужденно получится у каждого зрителя, и я в этом помогу. И очень хочется поделиться этим рецептом, потому что придут новогодние праздники. Очень хочется порадовать своих родных и близких сладостной, сердечной пищей и, конечно же, с удовольствием, с радостью это сделать. Конечно же, сладость хочется. Те, кто скушает эту вкуснятину, что они приобретут? Во-первых, это будет удовольствие, наслаждение. Во-вторых, это будет сладость всегда поднимать настроение. И потом, в любом случае, если это получится, это будет наслаждение у меня во время процесса готовки, потому что готовить я очень люблю. Отлично. Это такое краткое. Ждем вашего процесса, который вы уже начали. И Вера будет помогать. Вера, Надежда, Любовь помогает, ну, помогает в процессе вместе с Марифеей. Отлично. Напоминаем, что мы находимся на фестивале Вегабум. Веганбум. На котором много всяких вкусняшек. Ждем пока все приготовление, делаем паузу.